Робот-пылесос Китфорд КТ-503. В традиционной семье за чистоту в доме отвечает хозяйка, а в современной – робот-пылесос. И качество уборки зависит уже не от усердия и потраченного времени, а от правильного выбора электронного помощника. Робот-пылесос КТ-503 от Китфорд понравится даже самым требовательным любителям чистоты. В модели Китфорд КТ-503 турбощетка отсутствует вовсе, зато модуль пылесоса обладает большей мощностью благодаря увеличенному всасывающему раструбу, который в уборке играет главную роль. Проще говоря, мощный КТ-503 не поднимает пыль, а сразу устраняет ее, экономя энергию и время. Кроме того, КТ-503 оснащен двумя боковыми щетками, вместо привычной для классических моделей одной, что также увеличивает скорость и качество уборки. Ворс боковых щеток выступает за габариты пылесоса, позволяя КТ-503 справиться с грязью вдоль плинтусов, около мебельных опор, у межкомнатных порогов и в других проблемных местах. С влажной уборкой КТ-503 тоже отлично справляется. Моющий модуль с резервуаром для воды и тряпкой, которая увлажняется автоматически, можно использовать и для ежедневной уборки, и для мытья с применением дезинфицирующих средств. А за избавление от самых стойких бактерий отвечает ультрафиолетовая лампа. В доме, где есть КТ-503, у грязи шансов не остается.